Здравствуйте, друзья! В этом завершающем видео я покажу весь процесс, который я совершал для того, чтобы заработать криптовалюту, вывести ее, обменять на соответствующую валюту, какую надо, рубли или доллары, и тем самым увеличить свой месячный доход. Итак, начнем мы с Moon Bitcoin. По порядку. Вот мы заходим на сайт по нашей ссылке. И проходим вот на эту кнопочку. Нажимаем на нее. Нам предлагают ввести капчу. Так, здесь нужна английская, латинская раскладка. Переходим. Вот загрузился код, и вот эти два слова, бывает по одному слову, collect call, мы должны ввести в это белое поле. Так, вводим. Так, вот нам дали наши сатоши. Вот так, насчет процентов. Здесь накрутилось у нас 216 сатоши, но у нас получилось 220. Я вчера день пропустил, и мне начали снова. Сегодня вот 0%. А как я говорил в предыдущем видео по Moon Bitcoin, по этому сервису, каждый день добавляет по 1%. Вот. День пропустил, все потерял. И вот теперь снова надо начинать, и по 1% будут прибавлять. Так что есть смысл, не пропускайте и зайти хотя бы один раз на этот сайт. Дальше. Ну, повторю, рефералов нет, поэтому 0%. И вот бонус от сервиса 2% сейчас мне дали. Здесь каждый раз эти проценты меняются. Вот. По сути, это все. Вот столько времени занимает работа, скажем так, на сайте. Но нужно заходить каждый день. Да, вы можете этот сайт оставить, вот вкладка, чтобы здесь всегда была, эти остальные убрать. Вот. И она выставить здесь можно, нужное для вас. Ну, здесь не время выставляется, а количество сатоши, которое накрутится. И вот такой сигнал будет звучать. Либо вы можете перейти на какой-нибудь Dogecoin. И здесь тоже у них, ну, вернемся еще к этому делу. А пока я напомню про вывод средств отсюда. Деньги выводятся с Moon Bitcoin раз в неделю по четвергам. Вот это вот с этого баланса он обнуляется потом. Так, вот здесь информация об этом. И на балансе должно быть не меньше 5500 сатоши. Ну, они накручиваются достаточно быстро. Так что все будет хорошо. Так, что еще по этому? Так, ну по этому сервису вроде бы все. Так, переходим к следующему нашему сервису. Это Free Bitcoin. Так, здесь что нам нужно сделать? Здесь мы проходим вот по этой кнопке, кликаем по ней, и нам предлагают тоже заполнить капчу. Нажимаем кнопочку «Я не робот» и смотрим. Вот здесь просят выбрать нас изображение, где есть паста или лапша, по-другому макароны. И вот они, эти макароны. Нажимаем. И нажимаем roll. Крутить, я так думаю. Вот. Нам дали 679 сатоши. Вот мы видим, включился таймер. То есть через час мы можем снова зайти и снова забрать свои сатоши. Эти вот 679 сатоши, они перешли вот сюда на баланс. Вот здесь еще указано, так вот в этой рамочке указаны
какое количество сатоши мы можем, так сказать, выиграть. Вот. Обычно выпадает вот только верхняя строчка, 679. Но иногда выпадает, точнее, и вот вторая строчка. То, что ниже у меня никогда не было. Хотелось бы, конечно, но пока такого не происходило. Итак, вот, кстати, по поводу зумера, пока не забыл. Можете оставить вкладку вот на этот сайт, и каждый час он будет вам напоминать вот таким звуком, что пора, так сказать, забирать свои сатоши. Так, что еще? Чтоб не забыть. По поводу вывода. Я уже говорил, но напомню. Если стоит галочка, то автоматический вывод происходит по воскресеньям. И на балансе у вас должно быть не меньше 10 тысяч сатоши. Вот. Есть ручной вывод. Ну, здесь другие условия. Сатоши должно быть 10 400. Вот. И есть моментальный вывод. Здесь уже должно быть 20 тысяч сатоши. Вот. Ну, я не вожу, я ставлю на автомат, и у меня каждое воскресенье. Здесь уже по воскресеньям выводят деньги. Каждое воскресенье деньги уходят автоматом. На кошелек. Блокчейн. Вот на этот кошелек. Сейчас у меня здесь ноль, потому что отсюда деньги вывел. Вот. Ну вот тут вот видно у меня такие вот общие транзакции за последнее время. Так, дальше. Переходим. Так, по этому сервису вроде бы все. Вот. Так. Ладно, все, да. Идем дальше. Переходим на FreeDoggy. Здесь практически то же самое. Я так понимаю, эти два сервиса сделаны одной компанией, одними и теми же людьми, поэтому абсолютно одинаковые сервисы. Также нажимаем на эту кнопку, заполняем капчу, смотрим, что у нас просят выбрать. Просят выбрать автомобили. Вот вижу раз автомобиль, два автомобиля. Нажимаю подтвердить. Да, галочка есть. Нажимаем roll. Вот, нам дали. Здесь уже, правда, другие циферки дают. 8,27 доги. И вот они здесь собираются. Вот. Для вывода. По поводу вывода. Также раз в воскресенье деньги уходят на кошелек на ваш. И при условии, что у вас на балансе не меньше 6 долгов, скажем так. Также есть ручной вывод. Уже тут 5 долгов, потому что один долг у них остается. Моментального нету. Вот. Ну, опять же, я тоже не пользуюсь. У меня все стоит на автомате. Вот стоит. Так, вот галочка стоит, и у меня все выходит. Уходит без проблем. Так, здесь тоже, кстати, есть зумер точно такой же. Ну, смотрите, сами выбирайте любой из этих сервисов, которые оставить для напоминания. Так, дальше. Ваши сатоши с Moon Bitcoin и Free Bitcoin будут приходить на этот кошелек и вот оседать на этом балансе. Но советую отсюда деньги не выводить, а копить их и потом переводить уже на сервис EOBOT. Чтобы вывести наши сатоши с блокчейн, мы заходим на EOBOT, нажимаем кнопочку депозит. Копируем вот этот адрес сгенерированный здесь на этом сайте. Копируем его. Так, сейчас, секунду. Так, копируем. И вставляем в это поле. Сюда мы вводим сумму, которую будем выводить.
и данный кошелек переведет наши деньги на ее бот. За это он возьмет комиссию свою. Есть еще и вот такая вот пользовательская услуга. Ну, не знаю, я вот ей не пользовался, к сожалению, и не разобрался. Если посмотрите видео на YouTube, там есть и как пользоваться вот этой вот возможностью вывода средств отсюда. Так, значит, что еще по этому сервису? А, да, насчет минимума. Чтобы нам пополнить, ну, скажем так, баланс здесь на EOBOT, баланс биткоинов, нам нужно сюда ввести сумму, которая должна быть не меньше вот этой вот суммы. От точечки вправо 3 ноля и 5. Это, по-моему, 5000 сатоши, если я не ошибаюсь. Так, это мы можем посмотреть. Так, 3,05. Нет, это 50 тысяч сатоши. Ну, обращайте на это внимание обязательно. Если вы сумму отправите меньше, чем это, 3,05, то вы рискуете потерять деньги. То есть вам здесь нужно накопить эту сумму. 3,05, и уже потом выводить спокойно на ее бот, используя либо эту возможность, разберетесь там, либо вот быстрая отправка, вот, но с комиссией там, с определенной. Ну, она незначительная, то есть я отправляю вот таким макаром. Так, дальше. Теперь переходим на ее бот. Сегодня я уже сюда заходил, ничего не делал. Единственное, вот хочу сказать, что я захожу сюда раз в сутки, и мне дают бонусом один Dogecoin. Вот они у меня сейчас крутятся, стоит позиция Diversify, то есть 5 минут крутится Dogecoin, 5 минут крутится облако Cloud Mining. Но что я делаю дальше? Вот я зашел сюда. Прохожу по этой кнопке и нажимаю кнопочку Faucet. Здесь мне предлагают ввести капчу. Если непонятно, что написано, ну, можно сменить капчу. Тут достаточно понятно. Много, правда, но ничего страшного. Так, у нас английская, латинская стоит раскладка. Так, едем дальше. Но in baseball. Так, нажимаем кнопку. Вот. Сервис нам дал вот такую вот сумму, количество, вот такое количество Dogecoin. Переходим в аккаунт, смотрим, у нас здесь прибавилось. Теперь на эту сумму я покупаю скорость, скажем так. Вот, увеличиваю скорость майнинга нашей криптовалюты. Как я это делаю? Перехожу по кнопке Exchange. В этом окошке я вставляю кошелек или облако Доги. И смотрю. Смотрим сюда, что мы отдаем 234 целых такое-то количество Dogecoin, а получаем в облако Cloud Mining вот такую вот сумму. 0,0778 и так далее. На такую сумму увеличится наша скорость. И для этого нам нужно нажать вот эту кнопку «Покупаю Cloud CH». Подтверждаю.
Вот это история всех наших операций. Вот нам показывает, что вот операция прошла успешно. Возвращаюсь в аккаунт. Смотрю, что здесь увеличилось. И снова майнится далеко. Мы можем поставить любой другой вариант. Скажем, чтобы майнилось у нас не майнились не Dogecoin, а биткоин. Вот, они начинают майниться. Мы можем оставить так. Ну, здесь советую посчитать. Я не считал. Вот, в самом начале советую накручивать Dogecoin. Поскольку они дешевые, то быстрее они тут накручиваются. И быстрее у вас увеличивается скорость. Каждый день вы будете переводить деньги, обменивать ваши Dogecoin на скорость. И скорость будет ваша увеличиваться. Но когда у вас здесь после, перед однёрочкой уже появится не нолика, а там однёрка, двойка или там последующая цифра, то можно переходить уже и на майнинг биткоина. Потому что скорость здесь тоже достаточно приличная. А стоимость биткоина одного, как здесь видите, $441. Цена постоянно меняется, но это уже зависит от рынка. Вот. И мы можем поставить здесь Diversify тоже. Включаем биткоин. Мы можем оставить и 3, они будут 3 майниться по очереди. Вот. А можем отключить биткоин, вернуться в аккаунт. И будет также 5 минут майниться это облако биткоин. Потом переходит на это облако. Cloud Mining. И так вот я на сутки оставляю, и у меня за сутки накручивается определенное количество биткоинов, и я на них потом покупаю, увеличиваю скорость. Так, дальше. Насчет ввода сюда вроде все понятно, да? Мы с блокчейн выводим деньги на ее бот. А теперь давайте поговорим о выводе. Выводить средства с EOBOT. Вот для вывода средств с EOBOT нам нужно пройти по этой кнопке. И здраво. Так. Вот. И что мы здесь делаем? Если у нас здесь накрутилась нужная нам сумма, ну, можно взять калькулятор и посчитать сумму, которую мы захотим вывести, то она, во-первых, должна быть равной или превышать вот эту вот сумму 0,001 биткоина, иначе нам не дадут вывести. Либо мы можем вводить Dogecoin. Dogecoin тоже есть условия, должно быть не меньше 100 долларов. Чтобы вывести наши средства отсюда, нам нужно сделать следующее. Советую выводить деньги отсюда на обменную биржу криптовалют Exmo. Вот сюда. Что нам нужно? Чтобы вывести биткоины, мы берем адрес биткоинов. Вот. Либо нажимаем сюда, все скопируем, либо копируем таким образом. Переходим снова на EOBOT, вставляем этот адрес в это окно и здесь смотрим. Либо мы можем выставить определенную сумму не меньше этой вот в это окошечко и зафиксировать, нажать, и это будет автоматический вывод. Как только наберется сумма здесь, та, которую мы выставили, повторю, не меньше этой, то автоматически деньги у нас уйдут на этот кошелек. Вот. Либо мы можем выставить уже вручную ту сумму, которую уже сами захотим в тот момент вывести. Вставляем эту сумму сюда, которая здесь накопилась, либо часть этой какой-то суммы, опять же не меньше этой, вот. И нажимаем ручной вывод. Также и с Dogecoin. Если мы хотим вывести Dogecoin, берем адрес Dogecoin,
переходим на ее бот, вставляем этот адрес сюда, уже не на биткоине, а на Dogecoin. И то же самое, либо вставляем здесь не меньше 100 долларов на автоматический вывод, нажимаем эту кнопочку, либо вставляем ту сумму, которую хотим в данный момент, и выводим уже вручную. Вот. Дальше. Теперь, почему мы выводим сюда? Почему? Потому что здесь мы можем наши биткоины или догикоины обменять уже либо на рубли, либо на какую-то из валют, доллар или евро. Для этого нам нужно пройти по этой кнопочке, допустим, давайте вот сюда, и мы отдаем, вставляем сюда количество догикоинов, которые мы отдаем. Здесь нам высветится та сумма. Если мы ставим доллары, то в долларах, если в рублях, то в рублях, и нажимаем обменять. И у нас уже здесь будет та сумма, на которую мы обменяли наши догикоины. И потом уже их выводить на любой нужный вам кошелек. Либо на карту банковскую, либо Kiwi, Яндекс деньги, WebMoney, Payr, OkPay. Вот эти две я не знаю. Либо на телефон, это уж как угодно. Делается так. Сюда вставляется сумма, берется там своя комиссия, та сумма, здесь будет сумма, которая перейдет именно вам, здесь телефон для подтверждения через смс, здесь можно сохранить в моих счетах, назвать название счета, назовите его как угодно, и вывести средства. Минимальный выводится 10 рублей, комиссия 0,9%. Максимум 15 тысяч рублей. Вот. Либо мы можем вывести также, если мы обменяем, скажем, на доллары, то то же самое, только здесь Perfect Money, Payr, WebMoney, банковская карта, OkPay. И вот эти тоже я с ними не сталкивался, не знаю, что это такое. И здесь, значит, условие минимальное 100 долларов, максимум 40 тысяч долларов. Комиссия 20 долларов. Вы тоже смотрите на ваше усмотрение. Ну вот, собственно, наверное, и все на этом. Вот таким вот способом я зарабатываю криптовалюту, перевожу ее в нужную мне валюту, уже непосредственно денежную. И таким способом вот я повышаю свои доходы. А на этом позвольте закончить. Спасибо за внимание. Всего доброго и успешных вам торгов и профитов. До свидания.